Так, 10 сентября 2024 год. Отвечаю на вопрос своей мамы. Почему я не делаю видеозаписи? Потому что снимать нечего. Ну, просто нечего. Я еще там 20-21 числа августа сказал, что Покровск не возьму. Ну, Покровск по сей день не взяли. Так, потому что мне повторять это каждый день, ну, в этом смысла никакого нет. То есть, о чем еще сказать? Почему там про противогаз... Блин, не надо по этому поводу переживать. Я почему говорю, что гражданским, например, надо уходить из Покровка? Но это не касается военных. То есть говорят, а что же военные остаются, а гражданским уходить? Потому что вот военные, что я постриженный, побритый. Потому что вот у нас есть там вот противогаз, да? Я думаю, чтобы легче было его надевать. Потому что у нас всегда это есть под рукой. У меня есть там противорадиационные эти таблетки йодовые. Еще с 22 года нам дали, понимаете? То есть мы подготовлены там, к всяким неприятностям со стороны противника. Это не значит, ну да, эти газы применялись там по нашим позициям, ну, не конкретно, да. Но в любом случае у меня есть с собой противогаз, у меня есть СЗК, у меня там есть все эти йодовые, и антирадиационные и так далее. Но у гражданских этого сегодня ничего нет. Почему я говорю, что гражданские должны уйти из Покровска, там, с этого, с Мирнограда? Военные себя чувствуют гораздо более защищенными. Не переживайте, я не вижу смысла записывать какие-то видеоролики, ну, ни о чем. Ну, что, ну... В Курске месяц уже операция идет, да, по оккупации территории Российской Федерации. Покровск шли-шли, да не дошли. Ну, бывает такое. Не переживайте, все будет Украина. Будет что-то интересное, буду сообщать. А так, ну, какого беса? Серьезно. Не переймайтесь. А, по поводу... Хотел, может, отдельное видео снимать. По поводу того, что там, вот украинский паспорт, бегуны. Я смотрю, из Запорожья девочка одна, вот у меня там кого-то призвали. Ну да, призвали, а что ты сделаешь, блин, нафиг? Ну как бы надо же защищать, по-моему, свою страну. Или как? Вы думаете, что вы пользуетесь украинским паспортом до той поры, пока вам этому удобно, а как только пришла пора страну защищать, так в кусты? Нет, ну кто-то и текает, ну как бы, ну кто как к этому относится, ребята? Вы же... Понимаете, почему вы, блин, нафиг не поменяли свой паспорт на паспорт Афганистана там лет 20 назад? Нет такого желания уехать из страны, блин, под паспортом Афганистана. Вы же именно украинским паспортом хотите пользоваться. И привилегиями, и льготами, и теми всеми, не знаю, бонусами, которыми сейчас дают украинский паспорт за рубежом. По сравнению даже с расистским, понимаете? Ну, это неприятная тема, может, отдельно запишу. Свободу Украины, не переймайтесь.